не клюет у нас в последнее время, но карась здесь есть, мы это видим. Поэтому я вам расскажу один большой секрет. Совсем случайно сегодня оказалась у меня с собой банка кукурузы. Уху! Добрым утром, друзья! С вами Алексей Страшный, и сегодня вы посмотрите беспрецедентное видео, как мы отправимся за карасем и будем его ловить. Вдумайтесь, на хлебушек, больше ничего, ни прикормки, ни червяков, ни опарышей, только хлебушек, поэтому уверен, будет интересно. Совсем случайно сегодня оказалась у меня с собой банка кукурузы. Надо обязательно прикормить, помните это. Ловля на поплавок позволяет нам сделать это очень простым способом. И все. Да, рыбалка очень непростая. Мы ловим среди веток. Дно устелено всякими веточками, кустиками, камышами, поэтому очень непросто попадать в одно и то же место. А наша снасть, она работает только тогда эффективно, когда четко поплавок стоит на определенной глубине. Мы его выставляем таким образом, чтобы он был под водой, или антенка на миллиметр или полтора выглядывала. Как только происходит поклевка, ввиду того, что рыба поднимает наш крючок, поплавок взмывает вверх, и рыба на крючке. Сигнализирует идеально. Вот, но ввиду того, что ветер, разная глубина, мы ловим фактически между веток. В этом как бы есть большие проблемы. Мы часто вытаскиваем вот разного рода ветки. Вот, и это далеко не хорошо способствует нашей рыбалке. Клевка мимо хорошая была. Поднял как надо. Ну ничего, мы сейчас его доловим. Свеженького хлебушка на крючок. Насаживаем мы, так, берем этот лопушочек, одеваем его на крючок и прижимаем. Получается такая несуразная конструкция, которая в воде размокает, и он ее спокойно и легко засматывает. Вот так. Не клюет у нас в последнее время, но карась здесь есть, мы это видим. Поэтому я вам расскажу один большой секрет, и я уверен, он сработает. Это чеснок. И я сейчас, это хороший очень ядреный зубчик, я сейчас намажу руки чесноком, возьму хлебушек, как заброшу, как пойдет, не представляете даже как. Поэтому, ой, берем чеснок, чистим зубчик. Ой, боже, как он пахнет, как он пахнет. Вот он какой чеснок, вот, смотрите. Красота. Сейчас мы его порежем, разотрем руки и на хлебушек. Поклевок достаточно, но они настолько аккуратные, он пробует этот хлебушек и выплевывает. Видно, он еще после нереста болеет, поэтому такой пассивный, ну, чеснок его раскормошит, как пить дать. Хлебушек? Взял на хлебушек. У-ху! Друзья, неожиданный трофей. Кошмар. Не ожидал поймать на поплавок такого огромного карпа, и вот он клюнул. Смотрите, какой красавец. Клюнул на глухую удочку, легкий поплавок. И на батон, представляете? Смотрите, какой он красивый.
красив. Ох, ох, какой красивый карп. Просто unreal. Никогда бы не подумал, что в этом озере живут такие красивые карпы. Супер. Two hours later. Похолодало, погода испортилась. Скоро начнется дождь. Подводя итог сегодняшней рыбалки, можно сказать, что у нас случилась одна карповая поклевка. Еще до 5 касаний, вероятно, осторожного карася. Вот. Но больше, к сожалению, нам добиться ничего не удалось. Умейте вовремя остановиться. Друзья, дарите жизнь рыбам, которые дарят вам удовольствие. Это невероятно важно. И отпускайте их обратно в водоем. Можно погладить и поблагодарить их за прекрасный бой. Затем развернуть, дать возможность жабрам почувствовать воду свежую, красивую и отпустить. Ура! Делайте так же, получайте от рыбалки кайф и приходите к воде снова.